помещение. Летом 2018 года в муниципальную собственность перешла территория военного городка Фуньково. За это небольшое время была проведена серьезная работа по созданию благоприятных условий для жизни населения. Андрей Иванов приехал в микрорайон Наташино, чтобы проверить качество комплексного благоустройства территории. Местные жители отмечают положительную динамику в преобразовании поселка. Благодарят за новую котельную, теплотрассы, за ремонт кровли 11 жилых домов, за детские площадки и парк с искусственным освещением, хоккейную коробку и многофункциональную спортивную площадку. Но работы впереди еще немало. Район помог со средствами. Выделили деньги на благоустройство, то есть это тротуары и стоянки, и асфальтовые дороги. Ремонт капитальный, если вкратце. Ну, также был произведен снос. Здесь стояли жилые дома, одноквартирные, одноэтажные, вот на этом месте. Всех их снесли, вывезли и так далее. Глава муниципалитета осмотрел два строения на территории бывшего военного городка. Одно из них – дом культуры, в котором созданы все условия для отдыха и занятий спортом. Соседнее здание, в котором ранее была казарма, пока не эксплуатируется. Этот городок по адресу деревня Фуньково, квартал Наташино, уже преобразился за год. Его ждут еще определенные преобразования. Мы надеемся, что нам удастся вот этот клуб сохранить и казарму, и на ее месте сделать в этом здании там школу, детский сад. Но Андрей Рупертович, наверное, решит сам. Поэтому это хорошая территория с большими перспективами. В ходе встречи жители интересовались вопросами транспортной доступности, качества воды и теплоснабжения. Все эти проблемы будут решаться поэтапно. Мария Шматкова, Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».